Казань. Город новых возможностей, разных культур, целеустремленный и энергичный. Кировский район меняет свой характер и становится территорией новой жизни. От заводов к природе, от изолированной реки к реке для отдыха, от периферии к идеальной транспортной доступности, от стандартного жилья к жилью с характером. Территория бывших артиллерийских складов уникальна своим природным ландшафтом. Мы сохраняем лес, используя пустоты для создания транспортной и общественной инфраструктуры. Для связи с зеленым каркасом города и развития экосистемы внутри участка создается проницаемая территория – общественный парк. Преодолеть замкнутый характер территории позволит новая кольцевая ветка скоростного трамвая. В трех точках участок прикрепляется к Аракчинскому и Горьковскому шоссе. Уникальная территория требует уникального сообщества. Следуя совместным договоренностям, люди получат возможность жить в невероятно красивом месте и нести за него личную ответственность. По краям парка расположены 5 районов с индивидуальными жилыми домами. Для сохранения леса и единства стилистического решения территория формируется по единым правилам застройки – дизайн-коду. Виллы в парке – это дома средней этажности, представленные во всем многообразии архитектурных типологий. Современная архитектура от архитекторов мирового уровня. Этот проект позволяет сохранить лесной массив и обеспечить поддержание экосистемы леса силами жильцов. Аракчина парк. Новая жемчужина в коллекции ценных районов Казани. Новое место для лучшей жизни.